жена. Ну, потому что она занимается домашними делами. У меня, наверное, кот хозяин, потому что я живу с котом. И просыпаюсь я, когда он просыпается, и ужинаем мы тоже с ним вместе. Не знаю, кто у нас хозяин дома. Мы вместе решаем вопрос. Папа. Самый главный. В моем доме хозяйка все-таки я. Потому что весь быт на мне. Мы с котом. Я думаю, да, мы тут. Но кот — это вообще отдельный обособленный член семьи. Он действительно главный. Он нас провожает на работу. Говорит, приходите, приносите мне корм, я вас жду. Вот, ну, я, конечно, как поддерживаю весь быт, домашний очаг. Тоже контролирую, чтобы в доме все было в порядке. Отец. Мужик. Потому что, ну, издревле на Руси было принято то, что мужик в доме хозяин. Совет, конечно, прислушиваться к маминым советам, но все равно отец хозяин в доме. А у нас в доме хозяин сын. Потому что, когда рождается малыш, все подстраиваются под него. Даже кот у нас подстроился. Вот. Так что все живут по режиму ребенка. Ну, я в доме хозяин. Кто зарабатывает, тот хозяин, по сути, так, обеспечивает. У нас самое главное – это я. Почему? Потому что я один. Больше некому быть главным. В доме хозяин, но я еще до сих пор еще с родителями живу, поэтому отец. Ну, как бы так принято, в принципе. Я, ну, не лезу в это пока. Свой дом заведу, тогда уже буду сам хозяин. Кошка. Потому что я весь день на работе, а она все время дома. В доме хозяин, я считаю всегда, что за равноправие должно быть в доме. Да я даже не знаю, как сказать. Ну, как есть. Ну, я, наверное, работаю, как бы обеспечиваю, как бы, себя и жену. Ну, всеми делами занимаюсь мужскими. Да, одинаково. Нету такого определенного, кто-то конкретно хозяин, а кто-то решаем все вместе. Пока что я живу одна, поэтому сама себе хозяйка. А, ну, в целом проявляется в том, что самостоятельно хожу на работу, там принимаю какие-то решения касаемо там внешнего вида, касаемо отношений там с друзьями, родственниками, там во всех сферах. Да у меня вообще-то 5 внуков, когда они приходят, вообще считаю, что я хозяйка. Но когда приходят они все, я уже на втором плане. В команде только они. Муж, потому что, ну, мужчина, не надо сказать, мужчина главный в семье должен быть добытчик, зарабатывающий деньги, соответственно. Все на нем. А вы можете кому-то сказать, да, я хозяин в своем доме, потому да. что... Я хозяин в своем доме. Почему? Потому что зарабатываю деньги. Мама сейчас в декрете с ребенком. Ну все и все тяжелые дела на мне. У нас бабушка в доме хозяин. Потому что она следит за детьми, готовит нам кушать и делает наш быт счастливым. Мамуля, я тебя люблю.